Дусманов. Кто будет бросать? Вы знаете, по-моему, Варинский подправил шайбу у ворота, а бросал Андрей Кудинов. Вот они обнимаются. 7-я минута первого периода. 2-0 впереди «Трактор». Андрей Кудинов бросал, это точно. Ну, давайте послушаем. А лучше еще посмотрим, давайте, повтор. Вот Кудинов бросил. Сразу шайба попала в ворота. Или все-таки Варицкий подправил ее. 7-я минута. Наиболее результативная. Астраханцев, Федулов, Мальцев. Защитниками Давыдовым и Сапожниковым. Это Мальцев устремляется. Шайба выходит 1-1. Гол! И Олег Мальцев вновь забрасывает, восстанавливает разрыв в счете в две шайбы. ...37-43. Олег Мальцев, выйдет повтор этого эпизода, забрасывает третью шайбу в ворота наших гостей. Челябинские болельщики. Не вижу третьего. Владимир Зоркин. Вот Лазарев сейчас встал на точку вбрасывания. Нет, Гамаляка подъехал. И Вадим Гловацкий и Валерий Никулин. Пара защитников. Гловацкий. Бросок. И шайба в ворота. Бросок и шайба в ворота. 15-я минута третьего периода. Владимир Зоркин подправил. Давайте послушаем. 4-1. В пользу «Трактора» ликуют трибуны. Владимира Зоркина показывают наши операторы. А бросал-то точно Вадим Гловацкий. Итак, 15-я минута третьего периода. Давайте посмотрим.